Всем доброго времени суток. Дикая лиса маркиза. На приручение. Как говорится, холод собачий. Сейчас у нас на минус 30 или больше даже. Каву. Дергаемся-то. Ну? Ну дай. Она голову так повернула, чтобы я ее не задел даже. Ладно, да. Маленько осталось. Отрубал мясо, все замерзшее, все раскрошилось. Все раскрошилось, но маленько растаяло. Ну-ка, обтащил это. Ну иди. Уронила, что ли, там? Ягодка попала. Видишь ягодку? Ну, ягодку потащила прятать. Не прячь, снегу не найдешь потом. Она боится на руку лапу ставить, это вообще. На колено ставит, а на руку не ставит. Давай. Кусочек большой. Как большой кусочек, надо подальше отбежать. Чтоб не отобрали. Давай еще кусочек большой. Короче, на вот на остатки тут. Дай тут. Сюда больше ничего нет.
На, вот, вот же, вот, вот, вот все есть. Бедные животные, как они холод этот терпят. Кот-дак сразу все уже. Дома наелся, он не хочет на улицу уходить. Я его взял с собой, он где-то даже не показывается. Убежал обратно. Короче, кот заходить не хочет. Бежал он куда-то. Больше яйцо еще есть. А? Маркиза. А яйцо больше есть? Не хочет оно яйцо есть. Холодно сегодня. Ладно, все на сегодня.